Так, это вот мы сейчас в следующем зале. Сейчас пообедал в кафешке тут. И так же, как и в этом, в Русском музее цены похожи на 350 рублей где-то. Тут у меня первое супчик, сейчас был борщ. На второе курица жареная с гречкой. Вот, и сок. В русском этом музее примерно то же самое. Там, кажется, 370 отдал тоже за супчик, за второе и за чай там, кажется, я брал. Значит, тут освещение уже немножко похоже, чем в предыдущем зале. Какая там пушечка стоит сзади. Дистанция 2 километра. Точно железной брони. Угу. Короче, на дистанции 2 километра пробивает 20, а не вру. 28 сантиметров. Охренеть. То есть вот это вот на 2 километра. Это сейчас с другой стороны, если посмотреть, это вот она пробила на 2 километра дистанции. Конечно, шарахло только так, наверное. Так, ну все же надо мне к этой большой подойти, посмотреть. Там все представляет.
стрельбы 6,4 километра.1752 года.